Сегодня откроет свои двери новый пункт приема платежей на Курашова 8. Здесь, как и в других кассах, представлен весь комплекс услуг, оказываемых якутским отделением энергосбыта. Горожане смогут заплатить за электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги, услуги Ростелекома, Сахатранснефтегаза и произвести другие платежи. Напомним, до конца года потребители смогут погасить задолженность по энергоресурсам, предоставляемым Якутскэнерго, без уплаты пени.